Вышла тонкая копия, она как в доспехах рыцарских, тяжелая, вся покрытая. Понятно. Биоробот чистый? Посмотри. Чистый. Защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Дайл в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дайл и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Дайл. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Но она изнутри кивает. Хорошо, Дайло. Что это за доспехи? Вы знаете, откуда они? Нет. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Дайло. Выведи все эти доспехи из нее. Отключи все подключенные к доспехам. Чипы, датчики, импланты, конвекторы, микрочипы. Все это выводится и зависает перед ней. Готово. Отправляй это все в клетку-тюрьму. Так лучше, Дайло? Так свободней. Даю команду начать. Рискэнер сканирует пространство над головой Дайл и под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находится 2-3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дайлы, находит все. А здесь ящер. Ящер. Гуманоид, лизард и демон. Какой демон? 14. Интересная констелляция. Смотрю я на вас сегодня. Какой у нас ящер? 203. Откуда гуманоид? Ну, непонятен вопрос. Что тебе конкретно непонятно в моем вопросе? У него одно происхождение, другое перемещение, третье проживание или присутствие, как он говорит. Происхождение что твое конкретно откуда? Тебя интересует? Меня интересует место твоего рождения. Откуда ты? Какое это созвездие? Орион. Мы будем условно говорить Орион. Хотя бы понятно, в какой-то стороне. Ты работаешь с ящером вместе? Да. Хорошо. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. И 14-й демон, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Чем тебя заинтересовала эта душа? Почему ты здесь находишься? Легко внушать и управлять. Да собирать ты ее энергии. Пугать. Это ты ее пугал постоянно? Кусал ее или что там было, она мне нам писала? Она обижается, он не кусает. У него другие методы воздействия. Хорошо, я буду... Внушение. Внушению. И что конкретно ты внушал? Сумасшествие. А, это твоя идея? Сумасшедшие мысли. Это твоя идея была с ножом напасть на кого-то? Моя. Хорошая идея, правда? Ну, как тебе сказать? Может быть, в твоем мире это забавно считается? Но я тебе просто хочу напомнить, где ты сейчас находишься. И отсюда ты можешь уйти в любую сторону. Или в галактическое ядро, или в свой мир. Поэтому отвечай на мои вопросы так, как я их задаю. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Дайлы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродных всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. У кого из присутствующих есть контракт с Дайлой? Первый вопрос. Ни у кого. Сколько ящер и гуманоид находятся в этом биополе? 4 года. Сканер, дай мне полноту души Дайлы на настоящий момент. 98. 2% не хватает. Хорошо. Ждем окончания реверса. Посмотри, что в эти доспехи идет. Страх, скованность, ограничение. Реверс закончился. Сознали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Дайла забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Кто из вас присутствует еще в ее супруге, которую мы будем чистить после нее? У демона есть подключки. Демон, понятно. И второй вопрос. Кто из вас присутствует еще в квартире? Кто установил свои подключки в квартире, где живет Дайла и ее супруга? Демон. Опять демон? Демон, да. Смотрю, что-то ты так конкретно разошелся. Немного ли тебе этого всего? Демон говорит, что он на своей территории. Это иллюзия. Это не твоя территория. На своей территории он подключается, кому хочет. Понятно. Она тоже на своей территории, поэтому ты не будешь подключаться никому, кому ты хочешь. Потому что я поставлю такую защиту на этот дом, ты приблизиться не сможешь. Там есть еще платы гуманоида. Вот. А почему гуманоид сразу не ответил? Для него это сразу. Реверс закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Демон, выходи, отключайся полностью, возвращайся назад. У него по ногам спирали снимает. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит, он по каналам просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил, если вдруг кто-то что-то захочет забыть. Все снял, демон. Лизард, выходи,
вытаскивай свое гнездо. Где ты сидела? В сердечной чакре? Да. Как ты воздействовал? Что она ощущала? Какие энергии ты усиливал? Перепады настроения и перекрывал сердечную чакру. Понятно. То есть дальше тебя никакие позывы ее, никакая работа сердечной чакры не выходила, да? Когда она медитировала или что-то пыталась сделать, свет послать. Он собирал эти энергии. Понятно. Значит, получается, она кормила тебя через свои медитации? Кормила. Все понятно, хорошо. Это я спрашиваю для Дайлы, чтобы она была в курсе. Все снял. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Дайлу на чистоте ящера, гуманоида и этих доспех. Не осталось ли что-то еще, что мы не заметили? Пошел процесс. У нее как ободки, один на шее, другой на лбу. Выводи это все и отправляй в клетку-тюрьму, где эти доспехи. Есть. Даю команду на рассинхронизацию Дайлы с ящером, гуманоидом, лизардом, демоном, доспехами и ободком гуманоида и ящера. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент, Дайлы. 100%. 2% сидела в этом доспехах. Готово. Включая внутренний белый свет Дайли, этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низковибрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергии выходят. Выходят также и остаточные энергии от интерферентов и их подключек и формируется в шар перед Дайлой. Готово. Большой шар? Ну, у нее, знаешь, привычки. Она уже привыкла думать о негативе. Вот это выходит с нее. Чужие энергии, которые она за свои принимает. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Дайле, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Лизард, ты больше никогда не придешь в это биополе. Для тебя это смертельно опасно. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готов. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь ящер, 203-й, гуманоид Сариона. 4 года работали вместе, 4 года сидели в биополе. Конструкция, доспехи и ободки были на шее и еще в частях тела. 2% души сидело в доспехах. Забираем ящера, гуманоида, остальное уничтожить. Благодарю тебя. Под доспехами этим ободком открывается воронка в галактическое ядро. Все это уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, я отметил, что в квартире платы гуманоида, мы их уберем. Демон, тебе придется остаться. По той причине, что ты еще сидишь в супруге. Тебе это понятно? Понятно. Ну, чтобы ты здесь с голоду не умер. Хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Тогда расскажешь мне о основных моментах, из чего все вытекает. Основные причины. Выходит эмоциональный фантом Дайлы. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию злости. Генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Черно-серый вышел. Дайла, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Готова. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь демон? Да. Отправляю демону и слушаю тебя. Все синонимы слова страх, испуг, тревожность, смущение, негативные мысли. Все понятно. Хорошо. Больше вопросов нет. Ну что, поехали. Работаем дальше. Переходим на чистоту магическое воздействие. Демон, лярва есть в биополе? Да, есть. Низ живота. Низ живота. А, интересно, а чего ты ж там сидел? Испуг, страх, тревожность. И еще где низ живота? Все. Хорошо, хочешь забрать? На руках есть затемнение. Хочешь забрать лярву из затемнения? Да. Выходи, забирай лярву, затемнение, возвращайся назад. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации и идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. У меня вибрации идут очень светлые, приятные. Это ангельская душа, она себя показывает. Ангельская и душа. И очень важно эти энергии держать в чистоте. Это то, на что приходят интерференты. Так она есть. Просит закачать ее ангельскими энергиями, и чтобы она прочувствовала разницу. Хорошо. Открывая поток ангельской энергии над ней. 1, 2, 3. И она получает необходимое количество ей ангельской энергии. Пошел процесс. У нее идет стержень внутренний и в крылья. И ей очень
внимательно нужно прочитать манифест, чтобы понять каждое слово, ту ответственность, которую она берет за свою чистоту и за свою душу. Готово? Хорошо, переходим к защите. Создаем защитную оболочку. Подсоедини тонкую копию дайлы к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Готово. Пусть тонкая копия дайлы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 700. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии дайлы до числового значения 700 Гц. Пошел подъем. У меня душа раскрывается. Как свободно себя чувствует, без испуга, из нее идет свет приятный ангельский. В ней нет страха, это ее лучшее состояние души, спокойствия. Готово? Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Дайла, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Внутренне уверенно, спокойно. Радостно, но радость спокойная, гармоничная. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию дайла в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Нет, душа не хочет возвращаться. Биоробот, она говорит, что там много непроработанных страхов, которыми она сама себя сковывает. Ей нужно расслабиться и поверить внутренне своей энергии. Понимаю. Но это только она может сделать. Выходит трудно. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.